Определил. Вот уже распределительница. У меня с цветочком. У тебя с цветочком? Там плавает на дне. Жасмин тот цветочек. Да. Цветочек называется жасмин. Я знаю, что жасмин. А что спрашиваешь тогда? Она не спрашивает. Не спрашиваешь? Она утверждает. Она не спрашивает. Ой. Что такое? Упала. Гегемот? Гегемот? Бегемоты, да? Гегемоты, всякие, да? Даша говорит. Даша говорит так, да? Да, она увидела какой-то пазлик. А. Я не знаю, как он называется. Да? Какой-то пазлик. Игра в животных, ты же помнишь? Да. И там она сказала гегемот. Таких не бывает. Бывает только бегемот. А, ясно. Она бегемот или гегемот. Или гегемот, да? Бегемот. Бегемот еще. А может бывают, а может ты просто не видела еще таких. Нет, их вообще не бывает. Ты просто шутишь. Я просто шучу? Их вообще не бывает, думаешь? Да? А может, где-нибудь в зоопарке живут? Нет, их нет. Есть только бегемоты. А может, их как-нибудь там вывели специально, скрестили? Не хочу. Не хочешь скрещивать, да? Хочешь, чтобы были чистокровные? Ой, чуть-чуть промахнулась. Ой, чуть-чуть промахнулась. Ну, бабушка, вот молодец, все она умеет, а притворяется, что не умеет. Так, кто это у нас играет спиной? Вероника? Устала. Устала? Ну все, надоело. Иди, бабушка, от игрушки. А маленькую расчесочку нашла. Положи в коробочку. Какой тебе целый пакет? Ты тут коробочку положил. Она нюхает коробочку, в смысле, расчесочку. Не надо нюхать, ты что, в нос попади. Она ж маленькая. Как она ее втянет или что? Бабушка. Какой тебе кулечек? Маленький, большой принес? Маленький. Сейчас принес. Расчесываешь чай, ты аккуратно только, чтобы он не лопнул. Чем он лопнет? Ну, расчесочка же, она может оказаться остренькой. Курька, курька, расчешешь дедушку? А? Дедушку расчешешь? Кого? Только для котов. А, это расческа для котов, да? А что, они расчесываются разве? Да. Да ты что? Как часто? Два раза в день? Не надо, лопнет. Так не надо. Это ж не для шариков, а для котов, сказала ты. А ты, Ирёша... Я балуюсь. А, ты просто балуешься, чтобы лопнуть шарик, да? Да. А ты он любимый. Он у тебя любимый? Где расческа? Где расческа? Где расческа? Где? Что папа принес? О, летит кулечек тебе от папы. Не долетел. От папы летит кулечек. Да.